Приветствую вас, дорогие друзья! Ну вот, пришло время, наконец-то, мне рассказать о себе. Меня зовут Мария Полковниченко. Я живу в городе Санкт-Петербург. Я искусствовед, преподаватель истории искусства. Мне 41 год. В 2006 году я закончила Академию художеств, факультет теории истории искусства. У меня 15-летний педагогический стаж и высшая педагогическая категория. Я много лет работала преподавателем истории искусства на художественном отделении школы искусств. Из года в год мои ученики брали первые места в самой престижной олимпиаде по истории искусства в Санкт-Петербурге. Эту олимпиаду, кстати, проводит комитет по культуре, и в ней участвует ежегодно больше 100 лучших учеников художественных школ города и области. Не больше 3-5 человек от школы. Огромное количество моих учеников поступили в лучшие художественные вузы страны. Я считаю, что историю искусства можно преподавать интересно. И это будет огромным стимулом для изучения этого предмета. Я часто применяю игры на своих уроках. У меня, кстати, очень много методических разработок на эту тему, потому что, на мой взгляд, игры – это естественный механизм, данный нам самой природой, чтобы учиться чему-нибудь. Мне посчастливилось совершить несколько путешествий со своими учениками. Мы побывали во Франции, путешествовали по Италии, и это одни из лучших моментов в моей жизни, когда мы, можно сказать, изучали историю искусства на месте событий. Я веду свой блог уже много лет, и начала я его вести для своих учеников, но с тех пор ко мне подписалось довольно много подписчиков, которые никогда не были моими учениками. Почти каждый день я публикую небольшие истории об искусстве, о художниках, об их картинах, и иногда, не очень часто, но снимаю длинные видео про художественное направление, про целые периоды в искусстве. Подписывайтесь на мой блог, я всем буду рада. А с сентября, кстати, я собираюсь запустить свой онлайн-курс истории искусства для всех желающих. Присоединяйтесь.